Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход капитального ремонта многоквартирного дома номер 10 на улице Лорха в поселке Коренево. Тему продолжит Анастасия Кладинова. Многоквартирный дом построен в 2008 году, но из-за ошибок застройщика спустя несколько лет эксплуатации начались проблемы с фасадом. 17-этажку внесли в программу досрочного капитального ремонта из-за аварийной ситуации. Кирпичная кладка начала отслаиваться, что стало опасным для жильцов. Началось все это в 2020 году, то есть буквально через 11 лет эксплуатации дома. И вот эти вот массовые обрушения кирпичной кладки, они стали просто опасны для жизни, да, люди, дети, все. Дом был красивый, мы на него все радовались. Слава Богу, что вот я говорю, что у нас благодаря главе администрации прекратился этот бардак, и началось плотное взаимодействие с проектировщиком, и пришел новый профессионал Добрострой, с которым можно профессионально обсуждать. Капитальный ремонт начался в 2022 году. Сейчас проводятся работы по укреплению фасада. Чтобы защитить жильцов от промерзания, заделаны все трещины. Следующим этапом будет утепление. Главное желание жителей – сохранить вид кирпичной кладки. Подрядная организация находится в контакте с собственниками, и решение найдено. У нас будет 4 этажа. Это клинкерный навесной фасад. Вот, свыше 4 этажа по 17-18 этаж это будут уже панели, которые будут имитировать тоже кирпичную кладку. Собственники сейчас удовлетворены, можно сказать, на все 100%. С жителями, с рабочей группой у нас налажен диалог. Вот только что мы встречались как раз-таки с инициативной группой. Они также попросили нас поддержать по новым решениям. Мы полностью поддерживаем жителей. Наша задача сделать этот дом так, чтобы последующие условно 50 лет, может быть даже и больше, больше никакого беспокойства не было. Завершить капитальный ремонт МКД планируют к началу сентября. Все этапы работ под контролем администрации городского округа и жителей многоквартирного дома. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.